Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Енотвайф, и мы начинаем новое прохождение игры Хоббит. Очень прикольной игры, мой дорогой Фродо. Вся конфетка. Как-то раз ты спросил меня, все ли я поведал тебе о моих приключениях. Так быстро начал, я даже не успел сориентироваться. Все началось давным-давно в далеком краю на востоке. И был там город Дейл. А народ там жил в покое и процветании. Ты хватит меня? Всей город стоял у врат величайшего королевства на земле. Среди земья. Ну теперь ты читай. Цитадель Трора, короля под горой, могущественнейшего из правителей гномов. Ибо знал, что его дело продолжает сын и внук. Лего монетки. Смотри, лего лось. Все шли к нему на поклон, и даже великий король эльфов Трандуил. Но они же гордые гномы. Нахрен им лук, да? Что? Лук? Да? Отвергли эльфов. Ну. За что потом и поплатились. О, великий спойлер. Ах, Фродо. Эйрибор. Выкинь на свалку. Хок. О, началось что ли? Подожди. Наш король Трайан просит всех проследовать сегодня за работой в шахтах. Проследи. Ух ты, я гном. Уй. Я трор. Подожди, тут монетки можешь собирать. Трор я. Ну, на самом деле игра очень интересная, дорогие друзья. Катя у нас большая поклонница Властелина колец. Да, большая. Большая и толстая поклонница Властелин колец. Хрум. Печенюшку. Вот. И на самом деле данная игра даже поинтереснее, чем Лего Марвел. Потому что тут, во-первых, по книжке, по сюжету. Ну и много разнообразных элементов геймплея. Да тут вот эти вот самые. Много разных элементов геймплея. Там крафт и так далее. То есть много чего нужно сделать. И это очень круто на самом деле. Та-дам-та-дам. Давай. Так, подожди. Надо выбрать другого, по-моему. Нет. Нет, давай. Идем. А, да. Другой. О, тут нельзя упасть. Подожди, тут надо. Это же великая мне помощь. Да. Подожди, я вот выбрал гнома. На! Гениально. Очень круто. Шестереночка. На самом деле очень классная игра. Лего Марвел, она была растянута и как-то выжата из пальца, потому что тут все-таки не по книге. Ну и как бы, ну как сказать. Не по сюжету была немножко игра Марвел. Ну как там, может быть по здесь, комиксам. Здесь по книге. Кто знает. Ну в общем выжали из пальца дофига очень, и было уже потом скучно. А тут как бы, вот мы сейчас скоро дойдем. Так, подожди, что это? Ладно, я не могу достать. Теперь могу. Подожди, отойди, толстуха. Нет, я не трор. Могу. Ладно, пошли. Кто ты? Трор. Смотри, какой большой уровень, да? Эпичный очень. Так. Надо было рисовать. Парни, короче, у нас не про... Не... Подожди, что там? Давай ломаем эту штуку. Ломаем все. Крушить. Задержи, кидай наверх. Ага, подожди. Ой! Так. Опа. Что, он испугался, кинул курочку. Курочка! Лего курочка. Сразу все сбежались. Хоп-хоп-хоп. Так, а теперь мы в кузне. Недра этой горы были полны богатства. Под слоем породы или драгоценные камни, золотой жилы, словно широкие реки, пронизывающие скалу. Так, смотри, я что-то нажал. Подожди, тут что? Может, мне нужно сделать то же самое? Ну, тебе надо куда-то идти, наверное. Вот еще одна. Подожди.
Ты нажала? Блин, ну ладно, сейчас я тоже подойду. Ну прикольно придумано вот это все. Какие-то головоломки. Ну и конечно мне больше нравится, наверное, атмосфера средневековья, чем ну, современный мир. Средневековье это круто. Я вообще думаю. Прикинь, без забот. Взял, наточил себе нож, меч и пошел головы с плеч рубить. Очень круто же. Насаживать их так на меч. И ничего тебе не будет, потому что в средневековье. Там еще не было слова толерантность. Начинаю побаиваться. Там если, допустим, ну, ходишь ты в туалет и соломой потираешь, что... Никто тебе ничего не скажет. Ну, солом, не, я думаю, неприятно. Ломай, короче, тут. Что нам делать-то надо? Куда-то идти? Наверное. О! Вот тут есть. Подожди, ты куда-то пошла? Угу. О, надо сделать... Эту дверь Проникла. Можно открыть только ключом. Ломай, короче, это все. Повернуть рукоять. Угу. А это что такое? Подожди, смотрю. А, вы можете использовать, короче, для крафта. И вот нам показывают, что надо для крафта. Так, я, мне кажется, не могу это сделать, потому что у меня... А, нет, могу. Да много раз жми просто. Мне нужен зеленый изумруд, у нас их нет, и золотых. Ну все, золото не... А, вон, подожди, вон зелененький, я вижу. Ух ты, золотые лего-блоки. Я, кстати, тут заходил в детский мир, думал купить себе большую фигурку лего. Огромную, ну и что-то их не было там. Чё они не берут? А, все. Подожди, еще изумруды. Эй-эй-эй, не все собрали. Дай мне. Так, подожди, и тут дальше вот-вот-вот. Да, и эти у нас есть, и нам осталось золото. А золота-то нет. Нету золота? Одного не хватает. Сейчас принесу. Вон, еще один кубик валяется. Давай, сходи. Так, ну и что? Крафт? Ну, очень прикольно сделали. Мне нравится. То есть, система крафта, все дела. Подожди, я... Ну, блин, вернись. Я не вижу, Кать. Да цифры не вижу, они появляются. Тут, видишь, вовремя нажимать надо. Пятерочка. Ран-та-дан! Как он не боится, а? Ух ты! В своем мастерстве гномы не знали себе равных. Они создавали изделия необычной красоты. Я, кстати, открыл. Побежали! Конфетки. Так, какая-то шахта. Слушай. Какая гномия. Так. Подожди, тут вы можете помочь, если принесете предметы. Щелкаю. Okay. Ну вот, смотри, дудка какая-то. На, подуй. Он радует, слушай. Это тот, которого по фильму и по книжке ранили, да? Или не этого ранили? Нет. Ну, да. Молодого же какого-то. Ну, этого, по-моему. Тут ты. Подожди. Кто там? Может только этот шапочки ломать. Ломай. Ой, я что-то не туда нажал. Ни разу, ну, не вовремя нажал, и он, короче, мне... С первого раза, короче, если попадаешь. Давай все пособираем. Че сделал? Прокинула тележку. Тут вон что-то построить можно. Какой-то верстак для постройки, видимо. Че еще тут есть? Посмотрим. Я собираю какие-то доски. Ну правильно. Собираем. Там верстак открылся, видимо, придется нам что-то делать. Ой-ой, я что, упала?
Вот уже друга. Ого, смотри. На. А, не этим надо, да? Надо вот этим, видимо, большим. Ся, обождите. Жахнем молотом. Ого! Смотри, что я сделал. А, блин, я вниз упал. Видимо, этого не надо было делать. Ну ладно, пошли туда. К этому. Вон, видишь, показывают на этом. Так, нужны доски, да? А, у нас нету, кстати. Кать, у нас не все есть. Чего нет? Да вот каких-то блоков таких. А, все есть, все есть, все есть. Обманул я тебя. Ух ты, что это? Не надо так делать. Строительство. Ой, ищем, ищем, ищем. Так, подожди, ищем теперь другую. Так, блин, пропустили момент, денег меньше дадут. Так, 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 стройка. Кто будет, черт возьми. Нажимай. Так. Че там, че там? Еще строительство идет. Так, так, так. Палочка. Колесико. Есть. И какая-то шпилька, черт возьми. Ну прикольно придумали, что собирается так все. Это сколько надо потратить сил, да? А, что теперь? О, вон она. Маленький лифт. А, мы пошли в шахту работать. Вон, нажимай. Вот в центр попадай. И он типа с первого раза тебя откроет. Блин. С каждым разом они погрузались все дальше и дальше в тьму. Я почему не могу ниже спуститься? Да потому что я тоже не могу. Аркенстон. Аркенстон. Я-то думаю, что за загрузка такая в форме камня какого-то. Похоже на леденец. Угу. Горящий камень. Сердце Трора скола, жажда золота. Он никак не мог насытиться, всегда желал большего. Разум его помутнился, а там, где царит недуг, всегда жди беды. Ух ты. Свинка. Загорает. Сперва раздался гул, как будто с севера на них надвигался ураган. Балин, труби тревогу. Ой, ты спима. Что случилось? Дракон. Самое забавное, что не было бы фильма, они не знали бы, как он выглядит. Ну, вообще. Ну, то есть мы не знали бы этих персонажей, лишь по книжке. Это был огнедышащий дракон севера. Но этот город людей был смогу неинтересен. Fucking shit. Ибо драконы жаждут золота с мрачной и неистовой страстью. Смаук явился. Черт возьми, дракон. Катя. Ой-ой-ой, я что-то делаю. Нажми. Боже, дракон. Ну, очень круто. Я не помню этого в фильме. Или было такое? Ну, мне вообще... Ой, подожди, тут совместно надо. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Прикольная совместная игра. Вот это классная идея. Что хоть где-то в лего-играх кооператив типа есть. С каждой игрой они что-то новое привносят. Вроде про Бэтмена делают игру. А, про Бэтмена есть. Ну, про Бэтмена, мне кажется, ничего. Опять-таки, супергерои. Вот Гарри Поттер. Может быть, круто. Индиана Джонс. Ну, Индиана Джонс. Так, так. Там. Так, давай-ка. Подожди. Я отцепился как-то. На. Деревья из лего. Охренеть.
пошли. Да. Я на тебя скачу. Ладно. А ты можешь спрыгнуть, да, сама? Черт возьми. Ребята, надо валить. Откуда они знали, что он Шмаул? По книжкам. Легенда? Да. Такая лего-лапка. Нет, 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 Олег. Черт. Пострадал гномик. Гладит, моя прелесть. Побежал. Всех бросил. Сучок. Ну ладно, без счета жизни он собрал тот день. Я взял какой-то супермолот. Не знаю для чего. Ну, молот он прикольно улупит. Вон, что-то собрать надо. А, нет, это просто остатки. Все будет. Это что для меня дело. Подожди, подожди, подожди. Это для меня дело. Девочка. Страшно. Гномик, не плачь. Мне кажется, давно не выпускали игру по Властелин Колец, по Хоббиту. Ну, помимо Лего. Такую нормально. Очень давно не был. Ну вот, вроде сейчас что-то делает. Ты. Ты человек. Ты Бионикл. Были роботы в Лего. Бионикл. Угу. Ты девочек, ты не помнишь, что? Я помню. Наверное, по телеку указали. Тихо, подожди, надо все собирать. Хотя мы, наверное, не соберем, но видишь, у нас как мало. Так, 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 так. Блин, тут тяжело. Ой-ой-ой, подожди. Я в золото тонул. Золотая воронка. Черт, нет, не падай, не падай, не падай, не падай. Нет, не падай. Подожди, я что делаю? Мозг какой. Пошли. Главное. Ух ты, что было. Смол. Спасибо за помощь. Ну а теперь что? Он бросит вас всех? Нет, 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 я как-то вас должен это помочь, да? Мы вместе должны. Нажми прыжок. Охренеть. Черт возьми, это очень круто. Это правда очень круто. Мы вдвоем. Прыжок, давай прыгай. Ты прыгнул на меня хотя. Нет. Харкинстон. Нет. Мне кажется, надо валить им. Бежим, дед. Бежим! Зонтик! Тик-т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 ик. Ладно. Что там, дракон что ли был? Подожди. Ой-ой-ой, дракон. Ну ладно, дорогие друзья, давайте мы на это...